Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко підготувала для вас комплекс вправ, які будуть корисними для тих, хто має поганий апетит. Добрый день! Аппетит, как известно, следует нагуливать. То есть упражнения, которые мы сегодня будем с вами выполнять, они неожиданно будут выполняться в некой динамике. То есть выдержка немножечко меньше, чем в этом упражнении. Если кажется, что все слишком просто или просто недостаточно ощущения чувствительности в мышцах корпуса, плечевом поясе, можно взять легкую гантельку. Разворачиваемся в другую сторону. Замечательно. Развернули корпус, достали противоположную пяточку. И в другую сторону. Замечательно. Опускаемся. И закончить можно позой половинкой черепахи. Седалищные кости на пяточках, колени на ширину плеч. Выкладываем тыльной стороной ладошки. И опускаем ребра между бедрами. Расслабляемся. Особисто я люблю попоїсти, але якщо у вас апетит не такий гарний, як у мене, то ці вправи саме для вас. Самое главное, чувствуйте вкус жизни.